Тази чешма е построена от 17-та дружина на Еврокопска през 1944 година в чест на загиналите за родината от село Доботино и Неврокопския регион. Тук са изписани имената на всички загинали през 1903 година, 1915 година. Това число и моят прадядо Стоян Димитров Анзов. Всички други вечна памет на загиналите. Тези, които не знаят българи юнаци и що е майка се юнак, това е едно и също. Също така искам да кажа, днеска сложих наклейката на това е Гоце Делчев, който е наш български революционер. Негови са думите, той е казал: аз виждам света единствено като културно поле за съревнование между народите. Това е нашия девиз на Гоце Делчев. Видяхте, това вътре беше моята стая, хотелска стая, в която сме. Интернет много лошо работи. И искам да ви покажа какъв прекрасен вид имам от самата стая. Много е красиво. Това е морето, но за съжаление всичко е много обманчиво, както казват руснаците. На първи поглед изглежда спокойно, но тук се води война. После первого разрыва, который раздался метрах в 50 от места нашей работы, стало очевидно. За перемещением группы журналистов по селу Кенсаба явно наблюдали. До сирийско-турецкой границы отсюда километра 3. Боевики Джибхата Нусры недавно отошли в ее сторону всего на километр. Главный броню дай! Безопасность примерно 40 представителей российских и иностранных СМИ обеспечивали российские разведчики. Колонну прикрывал БТР. До усиленно бронированных КАМАЗов отсюда метров 500 вверх по улице этого горного села. Преодолеваем их, пригнувшись, бегом, под прикрытием российского бронетранспортера. Минометные разрывы продолжаются с нарастающей интенсивностью. За то время, пока мы выбирались из зоны обстрела, в радиусе не более 100 метров прозвучало не менее 10 взрывов. Часть пути пролегала через полностью открытую местность как раз в направлении турецкой границы. Бронированные КАМАЗы уже заведены и задним ходом движутся в нашу сторону. На полном ходу впрыгиваем в бронемашины. Короткая перекличка, и мы на полной скорости выезжаем из села. Уже в пути выясняется, во время экстренной эвакуации наши коллеги из Болгарии утратили часть аппаратуры, а их корреспондент упал и получил несколько ссадин. Да, я получил легкое телесное повреждение. Во время обстрела как раз делал интервью с сирийским священником, и вдруг начались взрывы. Я благодарен российским военным за то, что они нас вернули с телами и сохранности. Что это, майка Сайонет? Спонсор на екранизацията Корона Боулинг Център Благоевград, България.
Аз разбирам света единствено като поле за културно съревнование между народите. Гоце Делчев. Апарт-отель «Аквамарин», България, город Обзор, первая береговая линия, ожидает вас в новом туристическом сезоне «Аквамарин».